Здравствуйте, зрители. Кто в ночи на фото снимает то, что только что сводил? Вообще, я это фоткал на фотик, чтобы потом залить в купет когда-нибудь. Тут у нас яйцо, сделанное, два яйца вообще, домашний кур, сделанное в микроволне в контейнере. Контейнер вообще, где-то контейнер есть, вот крышка от него. Вот тот, который из фикс прайса. На минуте средней мощности, вот. Ну, тут своялось. Немножко жидкое, немножко не совсем. То, которое целиковое было, оно было жидким. Желток, в смысле, в котором. Потом тут половинка помидорки, маленький вот такой огурчик, листья салата, столовая ложка лимонного сока, выжила я. И чайная ложка масла льняного из урбича льняного. Ну, как бы можно было и то, и другое положить, но как-то у меня масло кверху, надо было мешать. Тиша. Вот только что лапа дрогнула, потому что на меня кое-кто тут запрыгнул. Прям вот так, когтями впиявившись. В общем, еще раз повторю, тут был помидорчик, огурчик, листья салата, яйцо, лимонный сок, соль и вот это вот масло льняное. Вообще, я хотела еще вот этого товарища зафигачить, но что-то миску взяла поменьше, и как-то вот у меня то все 5-10, в итоге случилось как случилось, сейчас я буду кушать. А вон там у меня пюрешка, которую я уже делала вчера ночью. Очень похудеющая пюрешка, если будете такое лопать, то будете, ну, в общем, это, дистрофиком. Ну, не в прямом смысле, но, короче, похудеете. Там у нас в этот раз два киви. Одно по типу такого, другое чуть поменьше. Ну, грубо говоря, то было большое киви, так что, можно сказать, два вот таких киви. Было еще яблоко Golden, которое в пятерках, диксях и магнитах называется Golden. Потом была груша желтая, была половинка манго. Что у нас еще-то было? В общем, груша, киви, так, груша, яблоко, киви, манго и что-то ведь еще. Что-то еще. Сейчас, может, еще что вспомню, что там еще было-то. Потому что вроде там 5 составляющих было. Тиша, давай ты свалишь, а то ты сейчас свалишь, а у меня рука дрогнет. Тут рука, наверное, дрогнула. В общем, у нас тут манго. Киви я очистила от шкурки. Сейчас собираюсь замутить себе этот шампуньку. Тут всякие шкурки варятся. Сначала я делала себе этот, как бы, компот, но в шкурках манго, оказывается, есть танины, поэтому он был горький. А я ни меда, ничего не добавила, поэтому я подумала, почему бы не сделать на основе этого отвара. Ибо отвар без добавления всяких там сахаров и так далее, это отвар. Типа шампунь. Тут у меня еще к тому же яблоко, которое я делала в духовке, но оно как-то не доелось, а высохло. Лежало в холодильнике и тоже тут валяется. В общем, что там у нас? Может быть, 4 составляющих, хрен знает. В общем, манго точно. Манго половинка. Два киви, груша, яблоко, и два банана. В этот раз бананы были не до конца, но не настолько переспелые, но уже еще чуть-чуть и могли бы стать таковыми. Вчера я делала ночью что-то подобное, только у меня было два банана, одна маленькая киви, яблоко, две груши и половинка этого самого манго. И на части я сделала еще мороженое со сливками, со сгущенкой. И оно в этих самых когда-нибудь рецептах на кукпеде появится. Короче, вот что-то я тут. Сейчас скажу, кто-то у нас. Сколько у нас тут времени? Вообще часы, по-моему, на месяц и на сколько-то там дней вперед. Но сейчас у нас реально 4 утра, 50 минут, без 10:05. Я что-то опять проснулась ранищу. В ночи лежала-лежала и поняла, что хочется мне покушать. Ну, в общем, вот сейчас я буду хомячить. Так вот, очень вкусная, сытная. Я еще прочитала, что манго дофига витаминная, и вот я думаю, если я буду лопать это манго, даже если не каждый день, то, надеюсь, мои ноготочки придут в норму. А то вообще трындец. Вот вам котика. В общем, всем пока.